И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Left to Survive — это экшен-шутер в жанре зомби-апокалипс. В игре представлены огромный выбор оружия и брони, рейды на вражеской базе, а также одиночные и командные PvP-бои. Заходи и играй. Ссылка оставлена в описании под видео. Всем привет, с вами снова я Блок Фалкон. И с вами бой, кто про 14 августа, а именно бой между Джоном Леем Казимиро и Гильермо Легондо. Шанов уже готов 50 на 50, и я думаю, что Легондо одержит победу вожделенным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердите, прошу вас поддержать отстройок лайком или дизлайком, выложите свое мнение по бою в комментариях и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можешь поджать канал Донат. Все ссылки в описании. Легондо, конечно, не тот, но думаю, на Казимиро его хватит. Или на Казимиро. Я видел, как фамилия пишет и Казимиро, и Касимиро. Я в шоке буду говорить Касимиро. Ну и надо будет продаваться Казимиро. Что ж. Мы начинаем наш тоншлэш. И первым на рынке выходит Куадова Алла, Джон Ли Казимиро. 34 боя, 30 побед, 20 на нокаутом и 4 поражения. А вот выходит и его оппонент. Гильермо Шакал Легондо. 22 боя. 20 побед. 12 из них нокаутом. Одно поражение и еще один бой в лишнем не состоявшемся. Нам представляют боксеров. Сейчас лезь на полном большом правилу, и мы начнем. Первый вал, погнали. Башмен. Да, это Легондо. Казимиро отвечает. Ждет Казимиро своего оппонента. Пропускает Гильермо. Башмен. Able to get away from that headshot with the block. Мимо. Башмен. Атакует Казимиро, Легондо пытается отвечать. Неплохо. Башмен. Легондо отвечает. Мимо. Попадает Гильермо.
Точно, Легондо. Неплохо попадает. Филиппинский вокшоу. Неплохо. Вашмен. Попадает Касимело. Легондо отвечает. Мимо. Вашмен. Попадает Касимело. Неплохо. И пилаут за Касимело. 10-9, филиппинский боксер впереди. Why is this guy not throwing punches? I just don't get it, Ted. Well, there's two reasons usually. One is he's not in shape. In this case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind, too. What do you mean he doesn't want to throw? You're thinking to yourself, he's a fighter. He's in the ring. He knows that he has to throw punches. But if he throws punches, he also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances. And some guys would rather not take those chances. И у нас вау номер 2. Раунд 2 is underway. That was a fine block by Kid Dynamite. Went to the body there, but unable to connect. Неплохо. Nice job snapping those jabs by Kid Dynamite. Попадает Касимело. Отвечает Легондо. Мимо. Карлинич. Помахивается. Снова филиппинеш. Кубинеш попадает. Вашмен. Попадает снова Касимело. Мимо. Легондо отвечает дистанш. Мимо. Вашмен. And understanding what you have to get your opponent to do to help you, because this doesn't work just on you. It's not like the front end where you create it. It's a little help from your opponent. He's got to come in. You got to draw him into small punches. Make a miss, and then you have the alleyway to land something. Listen, everybody likes to see a great knockout shot to the chin, but truth be told, at this stage of a fight. The foundation for winning comes by going downstairs. It's just like the old timers would say, Joe, you kill the body, неплохо. The head will follow. Мимо. Да, Легондо. Вашмен. Неплохо. Апелкот. И второй раунд филиппинец забивает себе в копилку. 20-18, Касимело впереди. Пока здесь забывают на раундах больше активности.
where's your body work? It's the body. И у нас раунд номер три. Вдает Легондо. Мимо. Отберемся к семье вашего оппонента. Неплохо. Легонда отвечает. Мимо. О, помахи лучше. Попадает Легонду. Мимо. Подает Кашемело. Легонда отвечает. Неплохо. Мимо. Вашмен. Мимо. Клинч. Клинчует Кашемело. Неплохо. Мимо. Опередился перед финишем визави. Попадает Легонду. Кашемело отвечает. Вашмен. Неплохо. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. В этом раунде Легонду был неплох, но Кашемело был еще лучше. 30-27, пока что филиппинский боксер впереди. А в следующий счет 29-28 в пользу филиппинского боксера, и у нас раунд номер 4. Неплохо. Попадает Легонду. Кашемело отвечает. Неплохо. Гильермо. You're not focused. Pace yourself.
Оба мимо. Неплохо. Мимо. Далее Кашемилу. Вашмен. Тоже дал Атели Гондо. Неплохо. Точно, Гильдову. Снова подает Легондо. Мимо. Попадает Кашемилова. Неплохо. Клинч. Вашмен. Мимо. И 4-2 уходит в копилку кубинского боксера. Все же 0-49 или 7 в пользу Кашемилова. И у нас овал номер 5. Мимо. Да, это Легондо. Неплохо. Вашмен. Снова точно Гильдельмо. Counterpunching. You got a guy coming at you, no better way than to change his mind. Make him miss, make him pay. Мимо. Kid Dynamite's able to avoid it. Мимо. О, помаха лучше. Мимо. Вдает Легондо. Вашмен. Мимо. That certain
Восьмен. Мимо. Попадает Легондо. Неплохо. Рашмен. И пятого Легонда забивает себе в копилку. Счет он очень шовок 8, шовок 7 в пользу филиппинского боксера. И у нас вал номер 6. Восьмен. Попадает Легондо. Клинч. Апперкот. Восьмен. Попадает Касимело. Рашмен. Апперкот. Неплохо. Kid Dynamite's got a way of just getting away from that punch. Halfway through round six. Мимо. Сюда это Легондо. Мимо. Помахивать Касимело. Плохо. Попадает Легондо. Неплохо. Лавно положил раунд, а дам лучше руки филиппинскому боксеру. После первого половины боя Дежон Лей Касимело ведет счетом 58-56. Посмотрим, что же покажет нам боксер во второй половине боя.
И у нас вау номер 7. Ашмен. Мимо. Попадает на Гондо. Клинч. The other thing I tell him is he's making you miss, so you know what? Feign him a little bit. Get a false move out of him. Get a premature move. And when he moves, then time him. Now you're gonna catch him. Вдает Касимева. Легонда отвечает. Мимо. Дайвер филиппинеш. Мимо. Махивает Касимева. Неплохо. Легонда отвечает. Точно Гильдермо. Мимо. Помахивал что Джон Лил. That hook was well off the mark. Relax, relax. Blocks it away. Мимо. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. И же маунтики минимально Касимева также забивает себя в копилку. Шат 8, шат 5. Боксов из Филиппин пока что ведет поединки. Александр счет 67-66 в пользу Легонд. И у нас раунд номер 8. Да, филиппинеш, Легонда отвечает. Неплохо. Мимо. Клинч. Пашмен. Joe, if he was a painter, he definitely wouldn't be Rembrandt because, you know, they're not clean strokes. They're not strokes that, you know, you look at him and Mima. I mean, he's more like doing finger painting. I mean, he's just throwing stuff at that canvas, and it's not looking real pretty right now. What that? Кубинеш. Мимо. Вот
да. Чё ваш? Мимо. Ваш мен. Снова ваш мен. Попадает Легонда и подлещен Касимела. Вот это да. И тяжко, сейчас покроется Филиппинша. А я нашел Оштав, Джон Лиэль, а Легонда полон сил. His guard up very, very well. Teddy, does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation, man, whatever you're doing, Kalinic. That could be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Mima. Kalinic. Мимо. И восьмой раунд. Легонда забивает себе в копилку. Сейчас у нас 77-75 в пользу филиппинского боксера. Yeah, whoever finishes off strongly in the late parts of these rounds, a lot of times, you know, the judges get mesmerized a little bit here too. You know, it's a real close fight, and you kind of forgot where the separation was. And whoever grabs the last part of the round, that's who you remember. It's very important in this kind of fight, finish off good at the end of the round. И у нас раунд номер 9. Мимо. Попадает Легонда. Мимо. Точно Гиллевому. Мимо. Легонда попадает. Мимо. Точно. Гильдевмо. Снова попадает Легонда. Клинч. Неплохо. Ваш мен. Мимо. Точно, Легонда. Клинич. Снова Клинич. Неплохо. Мимо. Куда это Легонда? Клинч. Well,
Tried to land that upstairs and was off the mark. Неплохо. Last 10 seconds of the ninth round. Это укот. И девятый раунд, либо он так же бывает, что копилку. 86-85 Касимиров ведет, и нас ждут чемпионский раунд. И у нас раунд номер 10. Вашмен попадает к Касимиру. Точно Легонда и поглощен филиппинский боксер. Клинч. Неплохо. Клинч. Мимо. Trying to go downstairs, but off target. Return to sender. He gives him back one of his own. Kid Dynamite's got to move before the miss, Teddy. I mean, you cannot win a fight just standing stationary like this. Well, you know, if his opponent could have, he would have gotten him to sign a contract and say, hey, I want you to stand right in front of me all night long so I could do whatever I want. And he's doing whatever he wants. And we've reached the halfway point of round 10. Попадает Гильермо. Вашмен. Попадает Легондо. Опять же точен Кубиниш. Кот. Вашмен. Клинч. Мимо. Попадает Касимиров, Клинч. Мимо. И десятый раунд уже Легонда. Счет становится 95-95. А он сейчас выйдет вовсе 97-91 в пользу кубинского боксера. И у нас раунд номер 11.
неплохо. Апл код. Точно. Легонда. Вашмен. Well, he's got to adapt too. If he sees that what was working before has been taken away because the guy changed now, you know, he's made corrections. Smil, Kerlin. Another way, another offensive, you know, opening or another offensive way to get to the guy. He's got to be right with him. Неплохо. Вашмен. That's great stuff. He fires one right back after taking one. Gotta love the work by Kid Dynamite. Мимо. 90 seconds to go in this 11th round. Попадает Легондо. Tucks those elbows in. Неплохо. Kid Dynamite's not putting forth much offense at all. Now listen, I get it. You put forth some offense, you got hurt, you were stunned in this fight, so now you're strictly thinking defense. But at some point, he's got to change. Yeah, he does. Otherwise, he can't win this fight. And his opponent is just going to keep coming, coming like that ocean, banging into that shore, and it's going to come further up the shoreline. Блять, Легондо. Точно, Легондо против Касимева, и у нас первый нокдаун. Смотрим повтор. Филиппинец поднимается и бой продолжает. So one of the ways he survives is if he's been taught, have good habits, have good fundamentals been put there. You're gonna find out right Мимо. Now he needs them right now. Dismisses his opponent's headshot. Last 10 seconds of this 11th round. И этот раунд уже Легондо. Что же лучше? Что? 5? Что? 3 в его пояс. И Кэрлин может финальный раунд. Дигинг И у нас заключительный вал. Мимо. Неплохо. Попадает Легондо. Неплохо попадает Касимева. Клинич. Мимо.
you can see, is still going about his business the exact same way. Let's turn the tables a bit. If you're opposite that fighter, what do you want to do? What you want to do is just keep going and hey, you know that old saying, if it's not broke, don't fix it. Well, he's giving it to you, keep taking it. Keep going to that well, to this old one. If he's giving you an opportunity to catch him with the same thing, keep doing it. Halfway through this 12th and final round. Мимо. Куда это Легондо? Just a minute to go in this bout. Blocks that belt. Это вход. Рашмин. Точно, Легондо. Well, you could see what he wanted to do there, but unable to land that body shot. Good way to protect the midsection. Мимо. Кэдлин. Да, это Легондо. Really well time, and it his head. Что предначали наших Легондо? Ждем судейского решения. This was an easy one to score, Joe. As for that expected outcome, we send it up to the ring to hear from the judges. И единогласно решили побеждает. Гильдевому шакал Легондо. Касимело же негодует. Что 17-7, что 18-6 дважды. Первый раунд отдали Касимело, также мы отдали третий раунд и один судья отдал четвертый раунд. Основные все отдали Легондо. Причем начиная с 9 раунда, раунду от 24-10-8, иногда он был только один. Давайте обратимся к статистике. Касимело попал 256 ударов из 864. Легондо же 229 из 597. У Касимело 92 из 351 в голову и 64 из 512 в корпус. У его оппонента 74 из 275 в голову и 155 из 322 в корпус по раундам. Первый 18-15, второй 22-17, третий 31-18, четвертый 29-23, пятый 17-21, шестой 24-20, седьмой 24-17, восьмой 15-20, девятый 16-20, десятый 22-22 по 7-9-7, одиннадцатый 23-17, но полагал 0-1. И финальный 15-19. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же будет пойдет на самом деле. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете пожать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!